Большой брат следит за браконьерами. Летательные аппараты делают работу экологов в разы эффективнее. Особенно сейчас, когда опала листва и видимость с высоты идеальная. Пока используют беспилотники общественников, в основном сельхозпроизводителей. Но в 2021-м планируют приобрести свой бесшумный, с мощным приближением и функцией ночного видения. Использование дронов уже приносит результаты. Так составлено 2 административных материала по незаконной утиной охоте в Железногорске. В прошлом месяце был выявлен факт незаконной добычи бобра в Курском районе. Тоже выезжали, составили документы, будет выписан штраф. Были примеры незаконной добычи куропатки краснокнижной, белых лебедей. Это Глушковский район, а куропатка опять же Железногорский район. Что касается копытных, то в этом году еще не было случаев. Но только сезон, скажем так, начинается. Специалисты напоминают, на опасных участках дорог установлены знаки. Водители должны быть максимально внимательны. В случае гибели животных на трассе по вине автомобилистов, они же возмещают ущерб.